Идея создания Битвы Харькова возникла примерно в 2001 году, когда уже существовали фестиваль Breakits. Это фестиваль для команд всеукраинский был, ну даже не всеукраинский, а приезжали и из России ребятки. Был уже фестиваль Jam Master, там где двушки участвовали, он тоже как бы для всего СНГ был. Но поскольку в Харькове на тот момент было тоже очень много команд, очень много танцоров, мы решили сделать фестиваль, который будет посвящен именно харьковскому брейкингу. Друзья мои, приветствуем вас на Битве Харькова 2015. Сегодня этому фестивалю 15 лет. Давайте с одним вопросом пошумим! Хочется рассказать вам о том, что Битва Харькова была разных форматов, разных поколений. Уже 15 лет существует этот фестиваль. С 2010 по 2012 год, 3 года подряд, мы организовывали в рамках Битвы Харькова отборочный тур на мировой чемпионат Варшава Челлендж. Так сложилось, что мы познакомились с ребятами-организаторами благодаря контакту DJ Scream, который познакомил нас с ребятами из Варшавы. Мы договорились и сделали в 2010 году первый отборочный тур. После 2012 года Варшава Челлендж прекратил свое существование на пару лет. Вот, и мы возобновили Битву Харькова в классическом виде. Для меня Битва Харькова имеет большое значение. Это честь организовывать этот фестиваль, развивать молодое поколение на принципах и традициях старой школы города Харькова. В первую очередь для меня Битва Харькова означает история. История харьковского брейкинга, история харьковского хип-хопа. Вот, так как фестиваль уже, я уже говорил, 15 лет, и я участвовал на третьей Битве Харькова, и могу сказать, что мне этот фестиваль очень сильно нравится, и каждый, кто на нем поучаствовал, я думаю, запомнил его надолго. Стартануло в 2001 году, и, собственно, я как бибой, можно так сказать, родился на ней, потому что до этого момента в нашем городе не проводились серьезных фестивалей, и, в принципе, скажем так, у нас пошла только волна, да, по Украине. Вот, и Битва Харькова – это был первый фестиваль, где простые бибои, простые танцоры, именно харьковские, да, могли себя реализовать и показать свои навыки, свои умения и свой уровень. Вот. И уже 15-й раз
радует организаторы, радует нас проведением этого фестиваля. Ни один год еще она не прекращалась по каким-либо причинам. И это очень радует и впечатляет. Хотелось бы также сказать, что на данном мероприятии выросло не одно поколение моих учеников, собственно. Я вырос на этом фестивале, участвовал как участник, так и в качестве судьи, даже немножко в качестве MC. И для меня это очень важный фестиваль. Собственно, для меня это основной фестиваль, вот такой серьезный на данный момент, который проводится у нас в городе. И на данный момент я уже представляю, скажем так, ну, участвую в битве, да, но участвуют мои ученики, то есть я участвую как бы за кулисами, да, но все равно для меня это интересно, каждый раз я переживаю, каждый раз это новые эмоции, новые впечатления, и меня радует, что мы не стоим на месте, и фестивали, организации, ну, и организаторы не стоят на месте, придумывают какие-то новые контесты, новые концепции, и приятно видеть, что количество молодых бибоев, именно харьковских бибоев, да, оно растет. Вот респект всем за организаторам, кто запустил, собственно, этот фестиваль. Вот. Всем респект и пиз, уважение. Битва Харькова, ребятки. Ну, название говорит само за себя, конечно же. Это выяснение и сражение между харьковскими танцорами, командами. Это мероприятие уже проходит по сей день, уже 15-й год подряд. Это легендарное мероприятие, как для меня, потому что это уже вошло в традицию. Я начал свой танцевальный путь в хип-хопе уже с 2000 года и уже качаю 15 лет. 7-й год я нахожусь в H-Blast. Вот, и представляю эту команду. До этого я сменил такие команды, как B-Energy, Flash B-Boys. Flash B-Boys, кстати, занимали во втором году, в четвертом, в пятом, в шестом. Все время это занимало первые места. Потом я сменил команду, и теперь я уже официально нахожусь и давно в H-Blast. Yeah! Make some noise! Для меня битва Харькова, прежде всего, это история. Это какая-то некая книга, которая содержит в себе настоящих чемпионов, настоящих танцоров, настоящих легенд, которые делают не просто какие-то люди, там, судьи или кто-либо иной, а делают сами себя танцоры. Здесь зрители, которые заряжают энергетикой. Для меня, прежде всего, это, как вы знаете, частичка, наверное, дома. Один раз в году мы собираемся на битву Харькова, это как будто вот ты квартиру там приглашаешь к себе самых близких знакомых. Точно так же для меня битва Харькова. А также она для меня как бы вот платформа для реализации новых идей, новых команд. Вот тем доказательством сегодня была команда Funky Monkeys, все вы сегодня видели, они стали сегодня новыми чемпионами, 15-ми по счету чемпионами. Так что увидимся в следующем году.